Привет! Я не знаю, чем мне сегодня заняться. Или послушать и посмотреть новые Спарта-ремиксы. This is Sparta! Или посмотреть телеканал Nickelodeon, новые мультики. А может поиграть в Nintendo игры вместе с Super Mario. Ну что мне делать? У меня есть решение. Я сейчас облечу сейчас все эти книжки, и мы узнаем, что нужно тебе делать. Слушать музыку, смотреть мультики или играть в игры. Давай, помоги, Ред Берт. Ну все, я полетел. Привет. Что мы будем делать? О, Нолли говорит мультики. А Маша что говорит? Кого? А Маша говорит игры. Ясно, значит, 1-1. Мультики, игры, 1-1. А вы что, принцессы, скажете, что играть? А, русалочка, что скажешь? Я мультики. Мультики, второе очко! Что нам скажет Белоснежка? Я музыку. О, и музыка получила первый балл. И что нам скажет Пелушки-то, Золушка? Игры. Игры. Ага, значит, игры и мультики получили 2 балла, пока музыка 1 балл. Так, ну, что будем делать? Заяц, не смейся. Я же ничего такого смешного не сказал. Заяц. Ты сказал, что Ред. Ну и что делать, дедушка, фокус-мокус? Не понял я, что делать. Может, принцесса расскажет? Чего? Она разговаривает по-португальски. Вот, или по-испански. Нельзя понять ее. Где мультик? Где мой поросеночек? Какой поросеночек? Хорошо бродит по всей. Который бродяжничает? Жрет карамельки и бомжует? Я друг. Заяц. Что тебе такого интересного сказали? Что фиджет спиннер самый крутой. Ну, не бойся. Что? Это я самый крутой? Пока, заяц. Так, ну, спросим. У кого? У медведя. Медведь. Что нам делать? Играть игры, смотреть мультики или слушать песенки? И что это значит? Он боится. А, значит, игры играть. Все понял. Если нужен ремешок, я служила. Ясно. С Машей будем играть и медведем игры. А ты что скажешь, Маквин? Что нам, смотреть мультики или играть игры? Игры про испанские мультфильмы. Какие испанские? Это Япония. Дальние мультфильмы. Ни одного не знаю. Я только игру про Супер Марио знаю. И великобританские мультики. А я там только этих, как его? Телепузиков знаю. Ясно, значит, играем в Супер Марио и смотрим телепузиков. Ясно. Мультики и игры получают по 4 балла. Пока 2 балла только у музыки. Ну, посмотрим, что Лунтик. Привет, я Лунтик. Ну, и что нам делать? Мне такие клубы, со сложной играть. Ага, значит, игры нет, да? Парками дать. Игры нет, значит. А музыку? Высоко мы парим над землею, в крыльях наших достаточно.
Ну, до конца концов, что мы делаем? Нет, не зарядку, не кушать. Что нам, музыку слушать, мультик или игру играть? Игры. Игры, значит, пятое очко у игр. Что у нас в айфоне? Exchange. Что это такое? Microsoft программ. Это программа. Это не игра. Это программа. Link тоже это программа. Ну так, музыку или игры? Little Caesars. А это что, игра? Ресторан. Ресторан? Нет, не хотим мы кушать. The Simpsons. Это фильм, игра? Мультик. Мультики! Значит, iPhone сказал нам смотреть мультики. Что нам скажет индеец? Какой Мишка? Это индейцы были. Так, эти нам ничего не скажут. Так, что нам делать? Фотографировать? Маша! Хватит! Да, хороша, все, спать. Так, ну а что мы будем делать в Европе? Испанские игры. Какие игры? Это танцы. Французские игры. Шотландские игры. Российские игры. Ясно, значит игры. Значит игры 6 очков, мультики 5 очков, музыка пока только 2. О, а вы чем, дети, хотите заняться? Дети, что вы будете, смотреть мультики или играть в докторов? Мы играем в докторов, операцию. Операцию играете, ясно. Какую операцию? На сердце. На сердце? Глаз. На глаз? Глазную операцию? Ухо. На ухо? О, ну ясно. Все ясненько. Значит, 6 очков мультики, 6 очков игры. Про музыку забываем. Итак. Гитара. А вот нам напоминает гитара. Аккордеон. Аккордеон. И даже петух напоминает, что нам надо слушать музыку. Значит, 6-6-3. Музыка возвращается. Азбука мультяшек. У кого мы спросим, Маркус? О, давай Редберт. Редберт. Р. Русалочка. Русалочка уже сказала. Игры. Игры и игры. И Иван Царевич. Иван Царевич, это же мультик. Иван Царевич и Серый Волк. И Серый Волк, ага, значит мультики все-таки. Все, понял. Мультики 7, игры 6. Так, ну, а вы тут на ферме чем занимаетесь? Это не музыка. Это звуки какие-то, ужас. А! На что это похоже, Маркус? На ферме. О, это не похоже ни на музыку, ни на игру, ни на мультик. О, Винни, а вы что выбираете? Музыку, мультик или игру? Музыку. А, танцевать под музыку. 6-6-4, значит. Спать. Я спрашиваю, что вы хотите делать? Ну, а потом? Спать. Ах, опять спать. Ну, сколько можно спать? Я спрашиваю, вот танцуете. А потом что делаете? Спать. Ах, опять спать. Давай-ка мы спросим у азбуки карсов, машинок. Ну, значит, Редберт. Рамон.
Ясно, непонятно. И игры. И искра. Искра. Нет, непонятно. Молния. Скажи, что ты предпочитаешь? Молния Маккуин. Гонки? А ты Салли? Салли. Тебе тоже нравятся гонки? А мэтр? Молния Маккуин. Тачки. Тачки, ясно. Значит, выбирайте игру тачки. Итак, за игры 7 баллов, за мультики 6 баллов. 4 балла за музыку. Последний эксперт нам скажет, что мы выбираем. Ты кто? Я Астерикс. Посмотри рэп-клипа Брайана. Значит, мы выбираем что? Да, на тварь. Хорошо. Мы выбираем музыку. До свидания. Отлично. От тебя отказывает уже пятая няня. Мам, я не хочу спать. Меня там ждут Значит так, если до завтрашнего дня не найду нормальную няню, это буду не я. А теперь реклама. Некогда тебе воспитывать детей. Или время ты свое не хочешь прожигать. Дерзкой няне просто набери скорее. За бабло тебе няня будет помогать. Но все няни в наше время просто ни о чем. Будут бегать за ребенком, сопли вытирать. У меня же в воспитании есть секрет один. Я всегда стараюсь детям как можно больше дать. Закричай или по морде, или дать с ноги в живот. В темноте побудь в желании, молча маленький урок. Каждый день даю ребенку я немного унижения. В общем, отдаю себя все постоянно, без сомнений. Я всегда на позитиве, никогда не унываю. Потому что в вашем доме я бухлишко попиваю. Меня дети обожают, должны в этом вам признаться. Когда видят, что пришла, я могут даже обоскать. Если спать малыш не хочет, я не буду заставлять. Можешь просто на артерию, на сон ее нажать. Ваш ребенок будет кушать завтрак, ужин и обед. Ведь когда у горла ножек, вариантов просто нет. Будет он уроки делать, вычитать и умножать. Даже если он младенец, мне на возраст наплевать. У меня большущий опыт в отношениях с детьми. Слушайте мои советы и старайтесь соблюсти. Don't let your kid watch it!